друзья, всем привет! Классный узор, новая пряжа в образце Аделия Николь и простейший раппорт для провязывания, который составит 3 петли и 4 ряда в высоту. Переходим к мастер-классу, все внимание на экран. Первый ряд раппорта я провязываю полностью лицевыми, с дополнительным накидом внутри каждой петли. Второй ряд я снимаю кромочную, далее раскручиваю накиды в первых трех петлях, возвращаю их на левую спицу, завожу правую спицу за третью петлю, вытягиваю нить, делаю накид и провязываю 3 петли вместе лицевой за заднюю стенку. То же самое проделываю со следующей тройкой, раскручиваю, перекидываю, завожу спицу, вытягиваю нить, делаю накид и провязываю 3 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Третий ряд. Три петли у нас в центре внимания, среднюю перекидываю на правую спицу, не провязывая. Далее идет лицевая, а затем изнаночная. Следующая тройка. Среднюю вторую петлю из тройки перекидываю на правую спицу, затем лицевая и изнаночная. Так, вяжем третий ряд до конца. И у нас остается четвертый заключительный ряд. Я снимаю кромочную и провязываю лицевая, изнаночная и изнаночная. Повторяю, лицевая петля и 2 изнаночные. Лицевая, изнаночная и изнаночная. И таким образом завершаю раппорт данного узора. Друзья, ну вот такие вот декоративные рельефные дорожки у меня получились для ваших ярких изделий. Предлагаю сохранить этот мастер-класс в своей копилке, а также жду от вас лайков и позитивных комментариев и подписки на канал, если вы до сих пор не подписаны. Я желаю вам отличного настроения и скоро увидимся!